Должность свою покинула и глава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз» Юлия Ковалев. Об этом сообщает «Экономическая правда». Причиной якобы стал провал реформирования этой компании. На минувшей неделе о своем намерении уволиться сообщали еще трое членов Нафтсовета НАКа. Я напомню, что в Европейском банке реконструкции и развития заявили, что реформа «Нафтогаза» потерпела фиаско. При этом выяснилось, что за прошлый год топ-менеджмент компании увеличил себе зарплаты в 13 раз. В среднем там получают по 8 миллионов гривен в год. В то же время, по оценкам экспертов газового рынка, украинцы переплачивают не менее 2500 гривен за каждую 1000 кубометров.